Всем привет, вы на канале Саратов HD. Вот к нам пришел первый за 16 лет первый трамвай Витязь. Ой, да, марки ПКТС Богатырь. Вот и приходит его распаковка. Его поставили на рельсы, на тем самым распаковывают его потихонечку. Последний раз трамваи к нам приходили в 2007 году, марки КТМ-17. Че, вы рады, что к нам приехали, да, новый трамвай? Я просто принес. Смотрите, и новый трамвай. Кто первый повезет его, поедет с ним? Потащить его с буксированного депо. Камикадзе нет. Нет, камикадзе. Он, наверное, сам своим ходом автоном дойдет. Не надеюсь. А что, автономный ход есть, да, у него? Да, автономный. А вот представитель ПКТС даже у нас здесь присутствует. Не надо, не надо. Иди. Я первый, когда отсылаю. Давай, выходи. С тобой. Вот эта вся машина приехала, которая разгружали его с платформы. Такое событие, конечно, народу много. Все смотрят, конечно, первый раз за 16 лет, не считая тех подарков, которые к нам приехали из Москвы. Дарила нам Москва эти Татры Т3. МТТА, так называемые. И разные другие модели КТМ. Давайте глянем его салон. Вот его салон изнутри. Первый низкопольный трамвай в городе Саратов. Двухсекционный трамвай Богатырь марки ПКТС. Видите, есть пандус для инвалидов. Вот его, он внутри. Вот тут гармошка, как раньше называли, когда были на сутарусы сочлененные. А, ну вот, да, инструменты. Что, своим ходом поедет он или потащится, да, буксиром? Что там, да, вон, вон вагон там. А, впереди вагон, да? И... сиденье еще все в целлофане. В основном все. Приехал он из Питера, собирался в Питере. Начальная сборка была в Твери на ТМЗ завод. Потом остальная сборка была в Питере. Собирался он. Окрашен в бренд города Саратова как троллейбус Адмирал.
эскалатор ты вроде предлагал всем желтый окраска, а вот трамваи все-таки новые решили так же в синий цвет, как троллейбусы. Вот его салон. Кресло прикольное. Не такие, да, как на этих КТМ-5. КТМ-5 я сейчас 8-го года разработки. Ну так-то, да. Всему свое время. Оно же, по-моему, это эргономичное, чтобы это... Девчонки радуются, когда это есть, когда сумки с продуктами ставят. А, началось. Да сколько мы бы это с адмирала повыбрасывали. Тут полочки стояли с кофе совсем, когда ходили по этому. Даже уже какой-то табло он заработало. Какой-то с рекламой. Человека это стоячих и 48 сидячих. Ну то есть более 180 человек. Да. Могу сказать, место здесь у нас 42 или 49? Здесь 48 сидячих. 48 сидячих. Так, автономный ход у него полтора часа, да? Или как? Нет, до полутора, до двух километров. До полутора, до двух километров, да. Ну, в зависимости от погоды, если летний период, то это может еще и больше быть. Ну, просто можно сказать, что на автономном ходу, в зависимости от погоды кузова, можно проехать до двух километров. Его, получается, собирали в Твери в корпус, сварка была у нас в Эдисе, да, и в Питере просто уже финальные комплектующие. Да, уже внутри вот начинка, да. Так, и еще, получается, четыре двери, да, у нас три в первой секции, одна во второй секции. Четыре оси у нас, это две тележки, одна поворотная, другая не поворотная. Ну, здесь получается у нас USB разъемы, да, счетчик пассажира потом. Адаптеры. Это как называется еще раз? Валидатор. Валидатор. Это для оплаты, да, или как? Да, для оплаты. Валидатор для оплаты. Вагоны оснащены песочницами. Когда пробуксовка, песок автоматически подается. Вот. Печки. Климат-контроль, мультимедиа. Вот то, что я успел вычитать, просто включать Wi-Fi, да, тут все. Да, есть. Да, да. Камеры, я как понимаю, есть внутренние и наружные. Да, да? Это для водителей, да, да, что все это я тоже могу сказать. У них также потом же можно еще какой ДТП отправить, если там эти. Да, то есть я скажу, работает, что наружные внутренние камеры, да, и монитор у водителей есть монитор, да, для контроля движения трамвая, да, да, вот так получается скажу. Все, это первый богатырь у нас. Ну и низкополый. Да, да, что, да, низкополый. Все, все, спасибо большое. Первое движение богатыря по Саратову на автономном ходу. Thank you.
И вот хочу рассказать эту историю, пока снимаю еще. Сейчас он должен уже тронуться, потихонечку поехать в депо. Привезли его сегодня ночью. А сегодня у нас 29 февраля, високосный день. Вот. И поставили его сейчас на рельсы. Когда приехал, он уже стоял на рельсах, немножко я опоздал. Вот. А теперь вот он стоит уже на рельсах, сейчас потихонечку должен тронуться и поехать в депо своим ходом. И так как при разгрузке тут немножко контактную сеть убрали в сторону, ему надо доехать до контактной сети и потом уже дальше поехать пока потихонечку в депо. Дали добро зайти вовнутрь, отряхиваем ноги. Хотели проехать. У каждой двери есть свой валидатор. В задней секции. Двери, как в метро. Ой, не двери, а сиденья. Самое прикольное сиденье, это вот здесь, в которое садишься, еще вот откидной столик. И можно, пока едешь, там в картишки поиграть, либо кофе попить. Полуповоротная тележка. Вот переход. Вот еще какая есть. Ага. Две разъемы. Вот он сцеп. И вот еще сцеп. Место для инвалидов, колясочников. Вот еще. Сядем. Сиденье такое мягкое. Прям штатный под этот. Штатный. Причем этот. У него есть автономный ход на 1.5 километра. Вот. Но так как пока он ехал из Питера, были морозы, он разрядился, и ему контакт сети, которая тогда отодвинута для разгрузки трамвая с платформы. Вот ему аккумулятор разрядился, а с ним теперь будут подцеплять его к трамваю, который стоит вон там сзади, у них впереди. Вот он сразу фиксирует. Ну вот среднюю надо еще тут фиксацию. Ну, вон тут нужно сначала. Так, нет, здесь должна вот такая половинка быть, она вставляется. Вот и вот потом на нее труба. В нее труба. Вот середина. На длинный там поехал. Нет, там здесь короткая должна быть. Вот дальше. А вот эти мне надо вот сюда вот. Так, теперь вот это. Давай. Ну что, там вот на короткой и все? И все, да? А это что-то? А это надо что-то там потом. Вот они, да,
Маша, вот. Вот, нет. Нет, не тот рынок. Я держу. Я держу, давай. Зацепил сырку, хватит, Петро. Богатырь подцепили, и вот к нему подтягивает сейчас КТМ. И его сейчас потащат так. Ну, так его сейчас подотащат хотя бы до этой, до контажки. А там потихонечку, я думаю, что пойдет своим ходом уже под контактной сетью. Смотрим пока. Путь. Вот так он лучше едет. Сильно не гоните. Или тормозите, аж по маневровой. Как крышка порвет, так что. Владимир Анатольевич, ты чего не пить? Что ты напишешь, что крышки не было? Чего ты переживаешь? Ну, все новое. А что, под контажку заехал уже, в принципе, может это так вроде? Тащит, пусть тащит. А что, не включили вот так? Ну, сейчас, пока время. А, я не зафиксирую. Все, я убью. Такого, кстати, время, поставили. Нет, я это, чтобы не выпилить, надо А что-то она заехала туда, вовнутрь. Кто? Нет. Это розовая хрень, нет? Нет. Песок, песок, песок. Песок кончился. А двойником или за два будет работать поворотная тележка. Вот она складывается. Добра гармонь. Спасибо. Они звонят, говорят, только 8 марта. Thank you.
Ну это, как говорится, первый урок. В следующий раз будем переворачивать. Да, пошли. Так, не журналисты, не заходим. Нет. Не журналисты. Журналисты уже уехали. Ты блогер оставишь? Да. Блогер остается. Да и все. Все, вагон заехал в депо. Теперь ждем его на линии в ближайшем будущем. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч в эфире. Это мое новое видео, первое в этом году, так как были холода, особо просмотров видео не было никаких. Вот теперь все. Сейчас вот так вот еще заснимем, пока еще видно. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Пока-пока. И вот еще последние кадры, как его по кругу, там по вееру прогнали в депо. И теперь нас будут загонять его вовнутрь. И выйду из машины, просто я в машину сел. Настроить. Загоняет его в ангар. Стоянку до того, как отремонтирует полностью вагонный маршрут трамвайный номер 8, и его пустят на обкатку на этот маршрут. Красавец заезжает. Будет его первая ночь на новом месте.